Отец отдает все лучшее верным. Нам достаются объедки. Империя рушится. Мир полон слабых. Они проредят стадо. Лучше бы я спокойно лежал дома и тихонько пердел в матрас. Мы чуть не погибли. Может, может, так мне и надо. Нет, хватит. Надо проредить стадо. Такую ночь можно прокрасться куда угодно. Мой друг Уокер слегонца заикается. Думаю, ты заметил. Папа не берет меня на охоту. Делай того, чего бы не сделал я. Выдвигаюсь. Не люблю тишину. Появляется слишком много мыслей и Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми.
Агнец снял пятую печать. Я увидел под алтарем души мучеников, убитых за Слово Божье. Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь ждет и твоих. Но Бог смотрит на нас, и Он будет судить нас по нашему выбору. Я же говорил тебе, что мир на краю гибели, где презрение, несправедливость. Любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи привели нас? Куда они привели тебя? Твоих друзей похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне, и это твоя вина. Ты доволен? Скажи, когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить при помощи пуль? Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Перед лицом Бога я даю тебе последний шанс. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Иди с миром. Иди с миром. Да ты ненормальный. Разве? Нас вообще здесь не должно было быть. Ты сам знаешь, что делать. И помни, Господь следит. Презрение, несправедливость, любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Намного проще!
ты упустил его! Ты привел мир на край гибели! Вместе мы едины! Изыди, демон! Правда, Амиго? О, черт! Я хотел тебя убить! Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул. Гром и молнии. И затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. И я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Кончено, дитя. Господи! 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 Когда спасен. Рикап! Ну! Нужно валить отсюда! Ну! Ну! Живо! Катсон, ты назад! Поехали! Залезай внутрь! Он был прав! Назад
заткнись ты! Я это знал! Я так и знал! Эй, валим отсюда! Давай! Иисусья тряпка! Ты видишь это? Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, быстро в бункер! Живо! Ты слышишь это? Значит, политиков заставили замолчать. Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял.
Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. Mm-hmm.